Сейчас у меня в гостях Дмитрий Палагин, представитель крупной кофейной компании «Лебо Кофе». Дмитрий, хотел бы вас спросить, с какими инновациями, новинками вы приехали на эту выставку? Традиционно каждой выставке продуктовой мы стараемся представить некую инновацию, фишку или там новую группу товаров. В этот раз мы представляем нашу новую линейку Gold. На самом деле у нас сейчас существует эта линейка, но мы провели достаточно серьезную работу и произвели, что называется, реинкарнацию этой линейки. Изменился дизайн, изменилось содержание, изменилась маркетинговая поддержка. То есть и эта группа представлена во всех форматах. И зерновой кофе, и молотый кофе, и растворимый кофе. Надеюсь, ценители кофе оценят наше предложение и выступят в качестве покупателей и ценителей этой линейки. Дмитрий, наконец-то мне довелось поговорить с человеком, который занимается кофе. Кофе стали пить больше по сравнению с прошлым годом или нет? Сложно судить, поскольку оценки везде достаточно субъективные, как и опросы, да? Но, по моему мнению, стали пить больше кофе, и более того, изменения в предпочтениях, стали больше пить натурального кофе, что нас не может не радовать, поскольку наша компания, она изначально, как сказать, выросла из натурального кофе, и до сих пор это основное наше направление. А вот сейчас как раз-таки тенденции такие, что все стали за ЗОЖ, за здоровое питание и так далее. Как вы работаете с этой целевой аудиторией? Каких-то специальных предложений нет, но, насколько я знаю по различным исследованиям, кофе стимулирует сердечную деятельность, то есть минимизация, рисков там, инфарктов, инсультов и всяких стрессовых ситуаций. То есть рекомендую, пейте кофе и будете веселы и здоровы. Что говорить, Галилео Галилей пил в день по 5 кружек, а то и 10 кружек кофе. Нам вот. Есть куда расти. Да. Дмитрий, спасибо вам огромное.